Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня я вам расскажу о новинке из первого каталога. Новинка — мультиактивный бальзам с SPF 15. Все мечтают о красивых губах, чтобы они были мягкие, пухленькие, ухоженные, чтобы на них хорошо ложилась любая помада. А для этого за губами нужно ухаживать. Я всегда использую бальзамы, мне очень нравится серия The One, и вот предыдущий бальзам, который был в компании Oriflame, тоже мультиактивный, он такой вот с ароматом клубнички, я всегда его заказывала. А сейчас у нас будет новый бальзам, он немного отличается по составу и по качеству, и аромат. Если предыдущий был клубничный, он мне очень-очень нравился, то здесь немножко такой аромат, который я не могу даже определить, он не фруктовый, не ягодный, не цветочный, не знаю, какой это аромат. Если вы попробуете, напишите в комментариях, какой вы почувствовали здесь запах, да, чем он для вас пахнет. Итак, что я хочу рассказать про этот бальзамчик. Он дает объем губам, он защищает, содержится SPF 15, и он дает объем, увлажнение и объем, то, что нам нужно. Как им пользоваться? Во-первых, можно носить просто в течение дня, потому что у него такой долговременный, как сказать, долгое время он действует, то есть в течение 8 часов он работает. Можно носить на ночь, это будет такой глубокий уход, погуще, прям можно такой слой сделать. А можно наносить под помаду. Если вам помада какая-то кажется суховатая, может быть некомфортно немножечко, то нанесите сначала бальзам, дайте ему впитаться, а потом сверху помаду. Заметьте, он так здорово устроен. Посерединке есть такой стержень белого цвета, а по краям уже цветной бальзамчик. Так вот, самое главное — это тот самый белый стержень, потому что в нем самые вот эти активные компоненты, которые нам помогают делать губы лучше. Попробуем. Мой оттенок розовый. Я наношу несколько слоев, хотя он из первого раза хорошо наносится, но мне нравится более такой плотный жирненький слой. Нанесла совсем чуть-чуть, и сразу видно, какой красивый оттенок. То есть этот бальзам можно носить вместо помады, особенно если вы любите гулять, много времени проводите на солнце, обязательно защищайте свои губы. Вот такая вот красота. Я вам рекомендую попробовать новинку, ухаживайте за своими губами. С Oriflame это делать легко и просто. А я с вами прощаюсь. Если видео было полезно, ставьте лайк и пишите свои комментарии. До встречи, всего доброго, пока-пока.